Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствия и почтения! Почему же я в преддверии Нового года, вместо того, чтобы говорить приятные для вас слова, выкладываю такие глубокие темы освобождения от обид? Да потому что хочется, чтобы как можно больше людей освободило свои души от этих древних, ядовитых обид, которые и сегодня влияют на состояние нашего здоровья, когда люди уходят из жизни очень молодыми. Вот пару часов назад звонил приятель моего сына, и вот перед Новым годом он лежит в отделении кардиологии. Молодой парень, сердце. А это ведь все обиды. Именно они влияют на всю кровеносную систему. Когда человек не отказывается от своих привычек, когда человек не погружается во внутренний мир и не освобождается от своих привычек сжиматься, от первичных эмоциональных реакций. И они накапливаются, накапливаются, и в такой нашей негармоничной жизни набирают достаточно мощную негативную энергию, которая впоследствии разрушает нашу нервную систему, а потом уже и все остальные. И как же удобно в конце года вместе, большим коллективом, освободиться от этих старых обид. Поэтому я выкладываю эти темы, и сегодня я вам предлагаю тему слияния двух миров. Какой закон Вселенной был нарушен? Отец Абсолют, читает Лора. Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! Чтобы закончить разговор о том, почему вам нанесли обиду, я хотел бы, чтобы вы задали себе последний вопрос. Какой закон Вселенной мною был нарушен, что привело к данной обиде? Если вы уже научились применять на практике законы Вселенной, то сделать это будет несложно. Для этого вам нужно выявить мотивы, которые были движимы обидевшим вас человеком. И далее понять, какой из законов Вселенной был нарушен вами. Давайте рассмотрим это на конкретном примере. Допустим, вы получили незаслуженное, с вашей точки зрения, замечание своего начальника, которое больно ранило ваше самолюбие. И если вы вместо того, чтобы вновь и вновь переживать свою обиду, распаляя себя еще больше, выясните истинную причину произошедшего и примите ее всем сердцем, то изменения на энергетическом уровне произойдут почти мгновенно, а за ними последует нейтрализация конфликта и на физическом плане. Допустим, вас упрекнули в том, что вы все делаете наспех и в последнюю минуту, что ставит под удар результаты работы других людей, которые от вас зависят. И если вы спокойно отреагируете на критику, приняв тот факт, что вы действительно неорганизованы и не умеете расставлять приоритеты в своей работе, то вы быстро исправите положение, начав меняться в лучшую сторону. Если же вы начнете оправдываться и приводить в ответ массу аргументов в защиту своего стиля работы, то конфликт перерастет в хронический, доставляя неприятности и вам самим, и вашим коллегам по работе. Какой закон Вселенной будет в таком случае вами нарушен? Почти все. Закон единства, поскольку вы противопоставляете себя остальным. Я работаю так, как считаю нужным, и не хочу приспосабливаться к другим. На самом деле вы лишаете своих коллег душевного комфорта, поскольку они, в отличие от вас, привыкли рассчитывать на свое время так, чтобы делать работу в срок и иметь возможность спокойно проверить и перепроверить сделанное. Закон отражения. Поскольку ваша гордыня
и неумение считаться с окружающими притянули к себе замечание начальника в обидной для вас форме. Закон причинно-следственной связи. Поскольку в основе недовольства окружающих лежит неприемлемый для других подход к своей работе. И, наконец, закон притяжения. Поскольку ваш постоянный страх не успеть вовремя сделать свою работу и притянул наказание в виде нанесенной вам обиды. И, конечно, единственно правильным решением будет признаться самому себе, что вы действительно не умеете распоряжаться своим временем, что приводит к постоянному стрессу и напряжению как вашему, так и ваших коллег, которые связаны с вами по работе. А затем нужно постараться сделать все для того, чтобы сгармонизировать ситуацию, признав свои ошибки и выразив искреннее намерение изменить стиль своей работы таким образом, чтобы от этого не страдали другие. Такой подход к любой нанесенной вам обиде поможет вам не только выявить ее первопричину, но и найти ключ к разрешению конфликта на высшее благо всех. И я благословляю вас на это, родные мои, любящий вас безмерно Отец Абсолют говорил с вами. Приняла Марта. Вы прослушали тему, какой закон Вселенной был нарушен. Маленькое дополнение. Так, чтобы себя не вводить в программу недостаточности и не признавать свое бессилие, то признайте свою победоносность, и вот с этой победоносностью подойдите к тому, что вы не только в конкретном каком-то случае нарушили закон, а признайте, что вы постоянно нарушаете законы Вселенной. И попробуйте прочувствовать и простить себя сердцем как можно шире, как можно глубже, чтобы уже в следующий 2019 год пойти более легким шагом. С вами в освобождении, Лора.